11 сентября 1978 год. Давно думал записывать события дней жизни, взгляды разные. Вроде дневника. Пожалуй, только одно сдерживает меня. Мысль о том, что еще кто-либо сунет нос в эти записки. Но если это и произойдет, то не завидую душевному состоянию этого человека. Вероятно, причина столь позднего начала дневниковых записей – ощущение одиночества, внутренняя сжатость, высокий уровень самоедства и отсюда необходимость разрядки. Деточки мои солнышки, сегодня, 21 сентября 1988 года, узнал, что на все про все у меня осталось 4-5 месяцев нормальной жизни. Именно сейчас, когда все у нас стало совсем хорошо, я вас бросаю. Так что заранее простите вашего папу, 37-летнего уходящего рано, а бывает поздно.